Я только свои вещи взял. Куда? Хотел уйти по-английски. В общем, я ухожу от тебя. Ухожу. Я встретил другую женщину. Она живет в Швейцарии, в своем поместье. Для меня это такой шанс, понимаешь? У меня самолет через час. И потом… Красивая? Ну, она старше. В общем, уверен, что ты встретишь кого-нибудь гораздо лучше. Целовать не стану, стукнешь еще. От меня Макс ушел. Только что? Да, в 2:30. Приезжай, пожалуйста. Хотя нет, подожди, кажется, вернулся. Я тебе сейчас перезвоню. А вы знаете, что среди охранников наибольшее количество маньяков? 70%. Жертвами, по статистике, чаще всего становятся одинокие женщины на недорогих автомобилях. А кто вам сказал, что я одинокая? Стиль вождения. Вы к кому? 88-ю. К новенькой? К новенькой. Ну что? Наконец-то нашелся повод за 3 месяца пригласить лучшую подругу в новую хату. Прости. Просто Макс не любил гостей. Слушай, вот это да! Катя! Слушай! Слушай, вот это я понимаю, тетина наследство. Слушай, каким она у тебя была, а? Балерины. Ну, где ты их находишь? Под дверью. Я не про котят. Я про козлов. Вот скажи, ну что со мной не так? С тобой все не так. Не, ну кроме квартиры, конечно. Ира! Ну что? Ну ты посмотри, на кого ты похожа, а? На тютю ты похожа и нюню. Ира. Ага. Который еще, между прочим, бросил Альфонс. Ну, знаешь ли, он не Альфонс. Так, закончили. Начинаем меняться. Йога, фитнес, диета, бег по утрам. Я не хочу меняться. Я хочу, чтобы меня просто любили. Такой, какая я есть. Вот ты думаешь, что мне так легко, да? Да меня, между прочим, все мужики боятся. Ну ничего, ничего. Нашелся же один, который не побоялся и женился. Полгода пожил и развелся. Зато я, между прочим, сейчас в свободном полете. И с половиной его имущества. Ух ты! Слушай, это все тетина, да? Слушай, вот это да! Катя, а где она тебя танцевала? В кардебалете Большого театра. Вот именно. А ты? Ты кем там у себя на работе работаешь, а? Зам главного редактора. А с твоей внешностью, между прочим, ты могла уже стать как минимум главный редактор, поняла? Внешность на радио не главное. Катя, внешность главное везде. Я не думаю, что все так просто. А потому что вот не надо думать, понимаешь? Да. А если уж так хочешь думать, тогда ты мне вот скажи. Ну, почему именно тебе подбросили эту коробку? Ну, просто после того, как меня бросил Макс… Вот, стоп! Вот давай с тобой сейчас вот только мы договоримся. Ты у нас не брошенная. Ты у нас освобожденная женщина. А они тоже освобожденные. Значит так, мы сейчас действуем по моему плану. Сейчас разберемся с четвероногими, а потом перейдем и к двуногим животным. Давай сюда. О, спокойно, чих-чихай мы. Упс. Ну чё, кому подбросим? Есть любимые соседи? Я не знаю. Я здесь всего 3 месяца. Ладно, тогда слушай, пойдем вниз. Потому что верхние, если узнают, могут мстить. Ну, не знаю, квартиру зальют. Чё? Я бы так сделала. А чё? Здравствуйте, Михаил. А вы знаете, мне тут котят подбросили. И вы решили их подбросить кому-нибудь другому? Нет. Вообще-то это я решила, а что? Екатерина, я, конечно, очень вам симпатизирую, но, знаете, не занимайтесь вы ерундой по ночам. Да ладно! А чем вы нам предлагаете заниматься по ночам? Завтра утром отнесите их в зоомагазин вместе с коробкой. Миша, а чего поздно? Хорошо, все, уже иду. Да идите вы, уже идите. Можете не возвращаться, вас все равно здесь никто не ждет. Ира. Зато вас ждет и с нетерпением. Да? И кто же? Инквизиция. Маньячина. Я же просто погладить ее хотел, просто по-доброму, по-человечески. Она меня за руку, собака. Я ее бывшей жене подарю. Добрый день. Да, вот хватит уже доброты. Вы знаете, мне тут котят под дверь подбросили. Вы можете их забрать и раздать? Ни за что, девушка. Почему? А, девушка, потому что у нас салон элитных животных. Пошевели пальцами. Не туго? Жду тебя через 2 дня для повторной инъекции. А заодно сделаем перевязку. Хорошо. Слушайте, а куда же мне их деть-то? Да не знаю я. Девушка, ну не трогайте там ничего. Ну, я вас очень прошу. Хотите, я вам заплачу? Сколько? Сейчас. Подождите, это опять они! Кто это? Это они! Охрана! Смотрите, ребята, у нее котят ловко вперед! Пошевелилась! Вот и спасаем! Куда это вы спасаете? От чего? Спасаете от тепла? От того, что они будут выкормлены? От новых хозяев? Им не нужны хозяева! Они! Да успокойтесь вы! Свободные! Они будут брошены на улицу! Кому они нужны? Живодеру Баранда! Он их там на опыт сдает! Их там будут пытать! Да успокойтесь вы! Боюсь, что это сотрясение. Не бойтесь. Где они? Всех забрали в полицейский участок. А ничего. Посидят 15 суток, может быть, поймут. Котят? Да вы не волнуйтесь. Все котята живы, целы, все до единого. Надя, котят принесите, пожалуйста. Вот вы спасаете всяких непрофильных, а сами чуть в полицию не угодили, Кирилл Андреевич. Следите только глазами. Так, хорошо. 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 Закрываем глазки, закрываем глазки. Указательным пальцем правой руки дотронуться до кончика носа. Не моего. Вашего. Кирилл Андреевич! Простите. Кирилл Андреевич, у нас срочный вызов у инфекционистов. Неорганика. Сан Саныч сказал, что это похоже на вашу докторскую. Вообще-то срочно, Кирилл Андреевич. Вы простите, пожалуйста. Я скоро буду. Надя, запишите данные. Как ваше имя, отчество? Катя. Екатерина. Хорошо? Само собой. Извините. Я скоро буду. Вам лучше? Да. Вы домой хотите? Эй, вы идти можете? Так, хорошо, берите котят, пойдемте, а то вас сейчас в карантин загребут. Так, значит, прямо и налево. Что мне с вами? Со всеми делать там. Ладно, как голова? Голова-то нормально. Только я сегодня такого человека встретила. Угу. Все они такие. Держи. Спасибо. Да нет, как раз вот таких я распознаю с первого взгляда. Слушай, ты понимаешь, вот главное, вот голос такой противный, понимаешь? Вот, ну, правильно же говорят, что вот голос – это зеркало души. Ты сейчас о ком? Я о Мише, а ты? О мужчине из зоомагазина. Мужчина из зоомагазина? Слушай, уже смешно звучит. Доктор. Доктор, ну-ка. Такое ощущение, что мы с ним много лет уже знакомы. Девочка моя, тебе не кажется, что ты слишком молодая для многолетних знакомств с докторами? Многолетнее знакомство. Слушай, а может, надо было ему оставить свой номер телефона? Ну, конечно. И ключи от квартиры. Хотя этот Цербер все равно бы не пустил. Слушай, а я сейчас прям назло ему пойду и раздам всех котят по квартирам. Как ты раздашь? Очень просто. Давай, давай, кисенька. Не выходя из подъезда. Кисенька. Подожди, подожди. Нормально, нормально. Я ему покажу. Одинокая на недорогом автомобиле. Ух ты. Так, кто у тебя здесь живет? Не знаю, никогда не видела. Сейчас увидим. Скажите, вам котята не нужны? Пойдет. Куда пойдет? На ужин. Зачем до свидания? Нет, вот что значит возле Красной площади жить. Давай сюда, давай сюда. Дети, тихо. К нам кто-то идет в гости. Я хочу в гости. Хочу в гости! Ты куда? Здравствуйте. Здравствуйте. Чем мы можем вам? А вы не хотите котенка? Смотри, какие котята. Мама, хочу рыженького. Беленькие все. А вот есть рыженькие. И беленькие. Какой тебе нравится? Беленькие очень хорошие. Какой беленький. Беленький хороший. Какой рыженький. Спасибо вам огромное. Я хочу рыженького, пап. Ну, пожалуйста, давай будем. Тихо, тихо. Ладно, не падай духом. Вперед! Тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Может, хватит? Так, спокойно. Так, давай сюда. Ой. Да нет, нет, старик, я уже взял. Я уже 150 метров где-то. Представляешь, прямо напротив земля. Здравствуйте. Здрасте. Понимаете, у нас здесь да, котята. Котят, какие котята? У нас ой, какие хорошенькие. Да нет, Пашка, это не тебе. Сейчас, секунду. Нет, старик, прямо с видом на болотную. Представляешь? Нет, даром, почти даром. Нет, сейчас не могу, после Нового года только. Держите, держите, и не надо, пожалуйста, меня благодарить, не надо меня благодарить. Вы должны помогать друг другу. Скоро Новый год, с наступающим, будьте здоровы, будьте счастливы. Спокойно, это на молоко. Все, последнее, давай. Все, хватит, пошли. Алло, опять спим на посту. Ирочка, может, не надо? А, это вы? Я уж думал, мне кошмар снится. Здрасте. Между прочим, пока вы тут спите, хулиганы подбрасывают под двери жильцам коробки с неизвестным содержимым. Хорошо, я обещаю исправиться, проверять содержимое. Дальше. Слушайте, Михаил, знаете что? А забирайте-ка вы котят и пристраивайте их сами. Давайте, давайте, меньше спать будете. Ох, если вы будете приезжать так часто, я вообще потеряю сон. Ой, какие мы остроумные, а? Ир. А что же мы до сих пор в будке, а не на эстраде? Жена не разрешает, а? Ир. Знаете, я не женат. Так это же заметно. Не нашел пока еще ту единственную. Днем не получается искать, потому что приходится отсыпаться после неожиданных ночных визитов. А ночью искать боюсь. Как бы не нарваться на какую-нибудь вампиршу. Ой, ой, дежурный вы наш по двору, Михаил, наш Жванецкий. Знаете что? Да. Вы не бойтесь. В конце концов, будьте уже мужчиной, а? Хорошо. Я буду мужчиной. Я возьму этих котят и по-мужски их утоплю. Вы что, с ума сошли? Оба! Хотя с большим удовольствием я утопил бы какую-нибудь более крупную хищницу. Руки короткие! Герасим! Этого не может быть. Вы обязаны были записать ее адрес. Здравствуйте. Здравствуйте. Что значит не успели? А паспорт? Да такого не бывает. Причем здесь зверинец? Там всего несколько котят каких-то было. Да потому что бардак у вас, как всегда. Не записать данные человека. Ну как это можно, Надя? Ну я же просил. Это не я, это регистратура. Кирилл Андреевич, вы уже 2 недели обещали со мной в кино, после смены куда-нибудь сходить. Для меня на сегодня кино достаточно. А, так вы про эту сумасшедшую в зоомагазине? Чего в нее цепились? Случай совершенно не наш. Рядовое стрясение на фоне очевидного невротизирующего синдрома. Да! Это вы сейчас со мной согласились? Зоомагазин? Ну, конечно, ну как я не догадался? Так, где телефон? Зоомагазин. Молодец. Словом, работа. Господи, беленький, какой же ты непосед. Иди сюда. М? Держи. Все, я тебе позвоню. Ах ты. Что ж такое? Все, меня нет. Где ты ходишь, а? У нас смена формата. Что? Как ты? Все это? С утра я тебе звонила вчера и сегодня, но ты выключена. А что теперь будет? Кадровая зачистка. А почему везде Нитки? Название новое. В общем, теперь всем рулит новый исполнитель. Вернее, арт-концепт-продюсер. Как? Арт-концепт-продюсер. Он так просил тебя называть, не забудь. И они про тебя уже 2 раза спрашивали. Кто они? Ну, арт-концепт – это твоя нормальная гамшина. Ой, не пойду. Надо! Они сейчас в эфирной. В эфирной! Вот он. Кто? Арт-концепт. Между прочим, это из дружественной нам страны Ганы люди приехали специально показывать свое фольклорное творчество здесь! Мне арт конец. Собери таланты, вали все на гамшину. Нет, я так не умею. Хочешь жить, умей бороться. А что это у тебя на лбу? А, это я уже поборолась. Чем-то у нас здесь так пахнет. Я не знаю, я не чувствую. Это у нас пахнет безработицей. Вы думаете, что я так просто уйду, да? Да? По-английски. Да. My bunny is over the ocean. My bunny is over the sea. Да вы даже себе представить не можете, что будет. Я же подключу всех и вся. Интернет, глянец, телек, зевак. Всех, которые умеют писать, говорить и, главное, уничтожать. Все? Да, все. Да нет, не все. Я раздую, я подключу, я подниму законы, и мало вам не покажется! Ждите! Да! Простите, пожалуйста, здесь как раз сам Сесилия Гутьеровна подошла. Так, стоять! Ах, вон из студии, вон из радио и вон из шоу-биза! Кто? Вы! Кто? Вы! Я? Да! Я! Хорошо, хорошо, я уйду. Я уйду! Но я уйду не одна, а мы уйдем вместе! Мальчики мои, за мной! Мы go home! Отойди! Прекрасно! Такие люди – подарок судьбы. Простите? Пиар, промоушен, продвижение. Это как раз именно то, что нужно вашей умирающей радиостанции. Именно поэтому кого-то нужно увольнять громко, со скандалом, а кого-то по-тихому. Просто с выходным пособием. Понятно. Спасибо. В последнее время все мужчины стараются меня уволить. Я вас не отпускал. На... С печалью я гляжу на ваше наполнение. Так, вот здесь мы поставим... Так, вас как зовут? Катя. Катя? Присаживайтесь, Катя. Спасибо. Катя, вы как помощник бывшего эфирного редактора вашей, с позволения сказать, чистоты, вы знакомы с современными тенденциями актуальных трендов FM-диапазона? Да. Прекрасно. Тогда придумайте мне новый слоган для нашей радиостанции, которая теперь называется «Нитки ФМ». Ну, если, конечно, вы не в курсе. Конечно, в курсе. Нитки. Да. ФМ. ФМ. Нитки ФМ, Нитки ФМ. Проденем музыку в угольное ушко. Забавно. Еще варианты есть? Наверни Нитки ФМ, наверни на полную катушку. Может быть, накати? Можно накатить. Ай, Катя. Извините, Екатерина Андреевна. Простите. Михаил Олегович. Очень приятно. А не накатить ли нам за грядущую перестройку? Простите? Перенастройку. А. Где-нибудь в неофициальном месте, скажем, часиков в 8 вечера. 8 не могу. Вас же все мужчины уволили. Мужчины-то да, а котята? Что котята? Не уволили. Так, 8 вечера сегодня. Договорились. Я помогу. До свидания. взгляд такой холодный, расчетливый. И на шее у него висит то ли игуана, то ли саламандра. Чужевая? Ну ты что, с ума сошла? Нет, конечно. Хотя все может быть. Он вообще странный с головы до ног. Но продюсер! Угу. Че, женат? Без понятия. Хотя одевается так, как будто бы не собирается. Ой, нет, подожди. Продвинутый на мамо. Это наша. Да. Слушай, хотя нет. Не хочу я идти на эту встречу. Ну, правда, я его боюсь. Конечно. Конечно же. О, да! Ты у нас не пойдешь. Ты у нас побежишь и будешь выглядеть. Угу. Продвинутый новомод. Так, мы договорились, что тетю Нюню убираем. Ты у нас уже не котенок. Отныне ты у нас кто? Кто? Винтажная светская львица. Ух ты! Давай закрепи! Нет, ну подожди, ну что я ему скажу? Ну, скажи ему… Что? Ну, предложи что-нибудь новенькое. Да? Доктор, ну вы только поймите, я же не специально. Я связать эту зверюгу пытался. Я же ее жене бывшей хотел подарить. А она, эта тварь, сопротивляется. Понимаете, они, животные, неприятности чувствуют не то, что мы. Послушайте, я вас очень прошу, если эта девушка к вам еще раз зайдет, возьмите ее номер телефона непременно. Ну, под каким-нибудь предлогом. Скажите, например, что, ну… Что вы, как некормленная игуана, сдохнете. Ну, можно и так сказать. Я в долгу не останусь. Тогда, доктор, может, вы меня еще посмотрите? А то, понимаете, я на нее ненароком сел. Ух ты! А вы еще здесь? Не ушел-таки на деревню Герасим Душегуб? Да и вас, Жанна, я смотрю, пока еще на костре не сожгли. Не дождетесь. И я не Жанна. Я помню, Ира. И я дождусь. Миша, Миша, ох. Вас бы взять, отмыть керосинчиком и на огород. И птичкам не скучно, и людям польза. Имей в виду, меньше главного редактора мы не рассматриваем. Меньше главного редактора мы не рассматриваем. Спасибо. Добрый вечер. Добрый. Прошу. Спасибо. Слушайте, вы выглядите как… Как кто? Как моя первая учительница. Между прочим, я был в нее влюблен. Может, закажем что-нибудь? Да. И не что-нибудь, а самое лучшее. Что-то воняет-то, а? Алло? Ой, ребятки. Алло, алло. Да. А кто это? Стасик? Привет. Привет. Недавно тебя вспоминала. Ой. Нет, я хорошо. Телефон у тебя новый? Ой, Юм. Ты, мама и я втроем? Нет, нет, ты знаешь, у меня как-то не входило это в план. Нет, я знаю, что ты у нас профессиональный парикмахер, да. Ой, извини, извини, стилист. Так что живу у своей тети троюродной. Дай бог ей. Ой, царство ей небесное. Ой, не-не-не, мне хватит. А то, знаете ли, я и так не ахти. Из-за котят. Из-за котят. А давайте за котят выпьем. А за котят. За котят. Дай бог им здоровечка. Хорошего у вас чувства юмора. Чисто московское. Кто вам сказал, что я москвичка? Чувство юмора мое вас обмануло. Родители военные всю жизнь по стране живут. А тетя? Какая тетя? Троюродная. Балерина. Прима Большого. В 60-х. Интересная новая жизнь, Екатерина Андреевна. А у меня ни тети балерины, ни родителей военных. Рос я скучно, тоскливо. Одна школа, один университет. Ну, зато вы теперь арт-концепт… Продюсера. Спасибо. Получилось. Да не мне спасибо. Учительница вашей первой и единственной. Нет, Екатерина Андреевна, то, что вы предлагаете, это не формат. Послушайте. Это не актуально для нашей аудитории. Но вы послушайте свою первую учительницу. Ну, зачем уподобляться другим радиостанциям, которые с самого утра несут в уши всякую дребедень своими бодрыми глазами? Вот кого они пытаются взбодрить? Вас, тебя, меня, их? Простите, пожалуйста, мужчин. Простите, пожалуйста, скажите, вот когда вы слышите по утрам голоса, вас это бодрит? Бодрят вас голоса? Вы бодритесь? Да какие голоса? Вот. А так любой позвонивший сможет не только заказать себе, спасибо, песню или ответить на дурацкий вопрос в дурацкой викторине, а сможет просто поговорить. Вот стать на время ведущим. Этакое живое радио. Я понимаю, живое радио. Любопытно. Допустим, любой, позвонивший в режиме онлайн, может взять и выйти в эфир. И рассказать историю своей жизни. Или еще что-нибудь. Что-нибудь что? А вы думаете, людям нечего рассказать? Что холодно-то? А я не поняла, а что там мы так быстро? Котята. Опять? А куда это мы без приглашения, а? Рассказывайте. ну что я расскажу? Давайте рассказывайте. Ой, Классовский, да ладно, я знаю, вам есть что рассказать? Ну, Екатерина Андреевна. Ну, пожалуйста, ну расскажите вы. Ну, рассказывайте. Мужчина, мужчина, простите, пожалуйста, скажите, вы можете сейчас взять, выйти в эфир, вот прямо сейчас, и поделиться? Чем поделиться? Не-не-не-не-не, просто взять и выйти. Выйти? Женщина, 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 здрасте. Я не женщина. Ой, как же вам повезло. Держи. Давай. Держи меня за ремень. Как держать? Нежно. Ай, я держу. Ай-яй-яй-яй. Ой, Масенька, моя Масонушка, стой. Катя, все хорошо. Держи. Все хорошо. Забито, что ли? Я не знаю. Екатерина Андреевна, это мы сейчас с вами выйдем. Не-не-не, мы не выйдем. Выйдем. А куда мы выйдем? В эфир. Нет, сначала на улицу, а потом я отвезу вас домой. Нет, давайте в эфир. Вот давайте прямо сейчас выйдем в эфир и поделимся. Просто поделимся. Ну, ладно, хорошо. Арт-концепт-директор. Но учтите, меньше, чем главного редактора, мы не рассматриваем. Ну, спасибо. Но я сначала должен обсудить это с Ниткиным. Хорошо. Можете обсудить это с Ниткиным. Пожалуйста. А кто у нас Ниткин? Ниткин – это новый директор, владелец нашей станции. Падает! Держи. Пожалуйста, держи. Держи. Прекрасно вы говорите. Только я не совсем понимаю, про что. О, мрачновато. А? Спасибо, вы тоже приходите. Живое радио. Валерьянка есть. У тебя сердце? Нет. У них инстинкт. А, сейчас бегу. Именно такое понимание проблемы эфира ставит перед нами практически невыполнимые задачи. Но... Ниткин. Что Ниткин? Ну, это Ниткин ставит перед нами задачу. Да уж, Ниткин ставит. Я думал, вы спите. Ну как же я могу спать? Вы такую историю про котят рассказывали. Я не говорил про котят. Значит, приснилось. Заняты. Нет, не знаю, что делать. Он должен учуять запах. Что сейчас? Так. Нет, это не пойдет. Мамочки. Иди сюда. Держи. Схватил. Держи. Можно я встану? Что? Слезь с меня, пожалуйста. Сейчас. Вы что, решили за мной приударить? Это антисистемно. Но я готов. Если, конечно, не будет запрещающего знака свыше. Здравствуйте. О, здрасте. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Я присмотрел. Спасибо. А что здесь произошло, пока я теряла работу? Катя. Миша. Миша. Катя там. Я Валерия. Катя, у тебя сонник есть? Ага. Летающие коты, это же к замужеству, да? А? К увольнению. Ай, Катя. А нет больше водички. Формат обезображен? М? Что? Будете увольнять? А давайте. Давайте прямо сейчас, да? Вот вам ручка, бумага, давайте пишите. Все, пишу. Вперед. Ну, давайте же. Это вы пишите. А, хорошо. А, что писать? Я. Фио. Беру на себя в качестве дополнительной нагрузки проведение новогоднего корпоратива для нашей радиостанции. Число и подпись. И имейте в виду, это стратегически важный проект с участием господина Ниткина. Ну, Ниткина. Нового владельца нашей радиостанции Нитки ФМ. Если вы еще не забыли, конечно. Ой, как же Ниткина-то? С этой минуты вы ответственны за проведение этого мероприятия. То есть, как? Вы меня не? Я вас не. Я вас наоборот. Шепчет снег, снова зима, снег шаман, ворожи у окна, скрипка пой, не молчи, стужу гони от любви. Верю я в этот мотив вечный, но не с нам и не в юге беспечно. Скрипку ты поскорей расспроси в зимней стране, как друг друга найти. Снег на руках, на губах, все равно звучит музыка моей души. Всенежный вечер о любви расскажи. Это вы? Это я. А у меня магазин котят не взяли, и я тут здесь отказываются, и я стою, переход, приходится пришла котят отдавать, а стою, отдаю котят, а тут вы. Вы все с котятами? Да. А знаете что? Я вам помогу. У меня есть немного времени. Может, как-то вдвоем получится. Спасибо. А снег больно тает на руках, застывает на губах. Все равно звучит музыка моей души. Всенежный вечер о любви расскажи. Кирилл Андреевич, откуда котеночек? А помнишь позавчера девушку с котятами? С котятами и сотрясением. Машина сломалась прямо возле подземного перехода. Я туда захожу, а там она. Она там вообще милостыню просила. Ну, помоги. Я у нее вот этого котенка забрал. А главное, ее номер себе в телефон вбил. Держи. Вообще-то, Кирилл Андреевич, у нас здесь все стерильно. А вы с бродячими животными приходите. У нас срочный вызов, а вы опаздываете. Надя, чемоданчик прихвати. Ой, смотри, спички зависят. Ничего. Да. И в то же время смотрит на меня вот и говорит. Да-да. Здрасте. Здрасте. Ой. Я тебя ждала, и Вот зашла к Михаилу. Да. Он... Катенька, заходите, не студите избу. А, да? Ой. Чаю хотите? Ой, нет, что вы, спасибо. Как ты вообще? Кать, тут такие интересные картинки. Да. Вообще, ты посмотри, видела тут Ахматова? Марк Шагал. Как эту историю про эту картинку вы рассказывали? Я забыла. Вот это вот. Ау! Ты бегать начала? Слушай, ну мне сейчас не до этого. Угу. На чем мы остановились? Так, слушай, понимаешь, корпоратив, он должен быть такой вот яркий. Как картинки у Мишки. Как у Мишки? Как у маньяка, что ли? Ну ладно. Слушай, я же не знала, что он, кажется, такой интересный парень. Не, такой он смелый. Как он за котенком рванул. За котенком-то он рванул, а за цветком. Кстати, ты котенка одного уже отдала? Слушай, ты не поверишь. Помнишь мужчину из зоомагазина? Доктор! Угу. Так вот, он котенка и забрал. Представляешь, мы с ним в переходе встретились, телефон мой взял. Позвонит? Угу, да. Все они такие. Только берут, ничего не дают. В смысле? Ну, он же. Телефон взял? Взял. Котенка взял? Взял. А что дал? Ой, ладно, давай работать. Угу. Расслабься, я все уже придумала. Концепция очень простая. Пиши. А телефоны с утерянной сим-карты не восстанавливаются, да? Нормально? Не понимаю. Как они успели? Нормально. В метро, что ли? Надь, не так интенсивно. Не понимаю. Странно все это как-то. Странно. Ну да, действительно странно. Может быть, вам не судьба встретиться? Как ты говоришь? Не судьба вам встретиться. Может, и не судьба. Не знаю. Руку. Лежите спокойно. Может, мне в телефонную компанию обратиться? Нет, бесполезно. Вы меня, конечно, простите, Кирилл Андреевич, но вы реально странный человек. Вот вы готовы бегать, искать, непонятно где, непонятно как, кого-то, кому вы, может быть, даже и не нужны. В то время, когда рядом с вами есть кто-то, кому вы не безразличны. Понимаете? Нет. Да. Не помогут мне в телефонной компании. Ну что ж такое, а? Почему вы не видите то, что у вас под носом? Почему вы пытаетесь разглядеть какой-то мираж? Может, вот рядом с вами и есть тот человек. Надо просто увидеть. Понимаете? Увидеть. Что я должен увидеть? То, что вы больны, Кирилл Андреевич. Но я вас вылечу. Вот и хорошо. В таком случае, Наденька, приготовь, пожалуйста, физраствор с унитиолом. Сейчас к астроному меня побежишь. Приобретайте, покупайте, елочки, подходим, покупаем. Огурчики, капусточка, покупайте, огурчики, покупайте, капусточка. Огурчики, капусточка, покупайте, огурчики, капусточка. Покупайте огурчики, капусточку берите, огурчики берите. Извините, пожалуйста, здесь вчера девушка стояла, раздавала котят. Вы ее не знаете? Нет, не знаю. Сегодня не было. Капусточку покупайте, наверное, раздала. Покупайте капусточку, огурчики, капусточку покупайте. Покупайте. А вам огурчика не надо? Нет, не надо. Может, капусточку? Нет, спасибо. Покупайте огурчики, капусточку покупайте, огурчики. Заходи. Тихо. А ты чего такая? Миша пропал. То есть как пропал? Нет. А ты ему звонила? Ну, да, недоступен. А внизу что говорят? Ну, я спросила, он не говорит. Так, понятно. Сейчас заговорит. Пошли. Давай, давай. Пошли. А? Нету. Нету. Может, рядышком? О, пожаловали добрые люди. Здравствуйте. 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 Чай, халва, кисмис. Нет, спасибо. У нас к вам один вопрос, уважаемый. Как вас? Гульбидин. Гульбидин Ахтин Баевич. Джуджа Агли. Гулливер по-русски. Говорите. Хорошо. Гулливер по-русски. Скажите, пожалуйста, а до вас здесь работал Миша, охранник. Где он сейчас? Я Миша не знаю. Миша. Меня начальник вызывал, вот я работаю, открываю. Ага. Машины проходят, открываю. Прекрасно. Они выходят. Хорошо. А начальство ваше где? Виктора Григорьевич. Виктор Григорьевич, да. Сейчас я покажу вам его дом. Красивый дом у него. Вот его красивый дом, красный красивый дом. Да, красивый, красный. Я тебе говорила. Я здесь работаю, видите? Да мы поняли, что вы здесь работаете, живете, все в порядке. У вас спасибо вам большое, Гулливер. Всего хорошего. Так, ты не расстраивайся. Найдем мы его. Катя, да он меня бросил, понимаешь? Просто взял и бросил. Он не бросил, а освободил. Ну ладно тебе, ну не удержалась, родная, прости. Все будет хорошо. Пошли. Что? Новый формат? Позвольте вам представить команду нашего радио «Нитки ФМ». Финансовый директор Богдан Щедрота. Можно просто Боня. Начальник рекламного отдела Сергей Бессонов потрясающе декламирует Есенина. Сегодня вечером вы в этом убедитесь. И, наконец, наш новый главный программный редактор Екатерина Андреевна. Также автор и художественный руководитель сегодняшнего вечера. Здрасте. Очень приятно. Ну что, дорогие мои, ну, за формат? За новый формат в новом году! Ура! Ура! Танцуем? Лихой у вас креатив. Просто лютый креатив, я должен признаться. Спасибо, стараемся. А Колосовский мне все о вас рассказал. Да? Да, если вы хотите добиться что-то в наше время, то нужно быть как-то посмелее, энергичнее, даже наглы нужно быть. Да, правда. Да. Смотрите на меня, я еще совсем не старый, правильно? Правда? Да. Вот. Я обаятельный, красивый, богатый. А главное, скромный. А, ну, скорее непритязательный. Да. Меня, знаете ли, интересует лишь то, что соответствует моим убеждениям и желаниям. Итак, внимание! А сейчас шоу работников радиостанции «Нитки ФМ» «Наверни на полную катушку». Это что, тоже ваш креатив? А, нет, что вы. Это личная инициатива Михаила Олеговича. Лично? Ну-ну. Это настроение замечательное. Ты почему эфир бросил, сволочь? И понимаете, вот оно вот это вот самое обидное, что вот ты вот как-то повторяешь вот эти свои ошибки. И вот такое вот впечатление, что вот тебе нравится быть дурой. Ну нет, ну сейчас я вот это не про себя, у меня про подругу мою Катю. Вот что-то она всяких находит каких-то, я не знаю, ну, хотя, честно говоря, знаете, я, хотя я сама отляпалась. А это кто? Поверила себе. А? Кто это? Женщина. Себе верить нельзя. Мы вот поверим себе. Поверим в свои чувства. Ира? Начинаем верить всяким козлам. Ира? Ну нет никакой женской интуиции. Ну вот что вы мне не говорите? А этот? Понимаете, если бы мы вот все верили в интуицию, устал. Она вот как-то была хотя бы у нас. Ой, если бы она была, знаете, мы бы все сейчас такие счастливые были. Потому что, знаете, большинство же ведь из нас вот так вот сидит, такая вся она свободная, на самом деле брошенная, как котята. Нет, а я не понял, а при чем здесь котята? Дорогие радиослушатели. Почему нет? Вам не нужны котята. Мы отдадим хорошие руки. Ой, ребятки, с Новым годом! Телефона нет. Его наверняка украли. Или я его потерял. Одно из двух. Но главное, телефона нет. Где нам теперь искать твою хозяйку? Вот если бы ты был умным, скажем, например, как лошадь, ты меня привел к своей хозяйке. Но ты, к сожалению, не лошадь. Знаете что, Кирилл Андреевич? Это уже невозможно. Вот это уже ни в какие ворота не лезет. Это, который он взял и изгадил всю процедурную. А потом пришел главврач с комиссии и сделал мне выговор. А я стояла и молчала. Конечно, вам ничего не будет, потому что вы, будучи доктор наук, светила, экспериментатор. А я кто? Я простая медсестра. Меня возьмут и уволят. Что нам теперь делать? Меня целый день нет дома, его же нельзя одного. Я не знаю. Отдайте его, утопите его. Вам же какая-то аферистка его отдала, а из этого котенка все беды. У близких вам людей. Знаете что, Кирилл Андреевич? Вот вы жалеете котят, а на человека вам плевать. А человек, между прочим, любит вас. Когда несанкционированно был нарушен эфир монологом случайной женщины, в этот самый момент наши рейтинги превысили нашу месячную норму в 2 раза. В 2 раза? Да, в 2 раза. Ну что ж, раз такое дело, что ж, давайте снова сменим формат, изменим политику. Кто нам мешает, а? Так. Есть у нас здесь кто-нибудь, кто осилит дорогу перемен? У нас есть прекрасный программный директор, вы с ней знакомы, Катерина. А, это та владельца котят. Совершенно верно. А на место ведущего я бы хотел... Кандидатуры Екатерины Андреевны согласен, а вот ведущих мы перекупим. Нет, я бы хотел... предложить... Ведущих мы перекупим, и пускай эти медийные мордатые господа и наговаривают нам наш выйти. Но у меня предложение по... Что-то я не пойму, у нас что здесь? Какое-то аномальное эхо, что ли? Мне почему-то все время кажется, что вы пытаетесь что-то предложить, когда я уже принял решение. Ну, с эхом я бы согласился, но кроме работы мне важна еще и репутация. И раз уж вы мне платите деньги, то извольте хотя бы выслушивать мои предложения. Мои предложения не обязательно выслушивать с трепетом и затаив дыхание, но хотя бы с уважением к вашим же собственным деньгам. Спасибо. Колосовский, а ты, Колосовский, молодец, а? Молодец ты, а ты молодец. Вот что значит настоящий профессионал. Вот у кого вам всем вам учиться надо. Вот молодец, Колосовский, молодец. Ну-ка, давай. Говори, ну. Так вот. На место ведущего я бы... Так, сейчас я уточню фамилию. Я бы хотел предложить... А может быть, нам пригласить на место ведущего звезду из Болливуда? Сережа Шаховцов. Я тебя очень прошу, я умоляю тебя, пожалуйста, закрой свой глупый рот. Колосовский, ну, давай. Екатерина Андреевна! Катя! Сережа, Серега, останови, Сергей. Катерина, ох, господи, я вас испугал. Что? Извините, ради бога. Пугаете так? Вы тоже бегаете? Я? Да нет, я так живу. Катерина Андреевна. А вот в курсе, что я возложил на вас ответственность за смену формата нашей радиостанции. Вот. А вместо основной ведущей предлагаю вашей очаровательной подруге. Как ее? Ирина? Ирина? Вот, Ирине. Ой. Да. Спасибо за доверие. Постараемся оправдать. Да при чем здесь доверие? Это лишь разумная коммерческая целесообразность. Спасибо вам большое. Пожалуйста. А вы во всем ищете разумную коммерческую целесообразность? Катерина, вот вы мне положительно нравитесь. Да? Да. Вы мне тоже. Кать, погодите секунду, погодите. Что же? Дело в том, что я ведь не просто так сюда прибежал. Ну, в смысле, ну, приехал. Вы вчера... Весь вечер говорили о каком-то несчастном котенке, поэтому я подумала, может быть, мне удастся как-то... Вы что, хотите взять себе котенка? В смысле? В прямом смысле. Просто котенка? Нет, не просто котенка. Рыжего. Рыжего? Давайте, не отставайте. Да не тараторь ты. Ой, вот другой бы бросил котенка и дело с концом. А вот отдам котенков. Зять у меня точно такой же. Был. Спился. Правда, борется с этим зеленым змеем. Егерем стал. В лесу живет. Одичал совсем. Сейчас вот дочку к себе с детьми зовет, потому что ему в лесу-то одному стрёмно. А ты-то женат? Ой, это куда же то бабы-то смотрят? Бабы, вы куда смотрите-то? Не слышат ничего и не видят. А ты знаешь, чё? Ты по радио объявление дай. Так-то они не слышат, а радио завсегда слушают. Продолжаем разговор. Я напоминаю всем, что у нас сегодня премьера новой программы «Разговор по душам» с Ириной М. Ирина М. Итак, тема сегодняшней программы «Братья наши меньшие». Я имею в виду не мужчин. Каждый желающий может дозвониться до нас и рассказать свою историю жизни, связанную с животными. Львы, орлы, куропатки, рогатые олени. Ау-ау-ау, извините, увлеклась. Итак, у нас... Есть! Первый звоночек. Алло, говорите, вы в эфире. Здравствуйте, я ищу человека, девушку, которая дала мне котенка. Точнее, я сам его взял. Ей подбросили, она пошла в зоомагазин. Ее там травмировали, а я ее телефон потерял, понимаете? Нет. Но изо всех сил стараемся. Оу, к сожалению, у нас связь прервалась, и у нас первый блин комочком. Но мы даже не думаем расстраиваться, потому что мне подсказывают, что у нас есть еще один дозвонившийся. Мы вас слушаем, вы в эфире, говорите. Ну, думайте. Какие еще предложения? Барсик. Мурзик? А может быть, Пуся? Пусечка. А может быть, Цезарь? Кот. В смысле? Просто кот. То есть? Можно с двумя Т. Кот. Т. Идиот это. Нет, надо у Колосовского спросить. Мурзики, барсики. Сами вы, мурзики, барсики. Олег Эдуардович, в эфире ничего не получается. Вот. Никита, включи мне эфир. Олег Эдуардович, послушайте сами. Вчера в Париже церемонии вручения премии в области литературы первую поэтическую премию получил наш соотечественник Михаил Александрович Снегирев за свой новый сборник «Коты и кошки водосточных труб» с собственными потрясающими иллюстрациями. Напоминаем вам, что сразу после новостного выпуска лауреат будет на прямой связи со студией Нитки ФМ и ее новой ведущей, неувядающей Ириной Н. Продолжаем выпуск. Ну что, все с ума сошли из-за этих котов. А что, если назвать котеночка... Форматная мысль залетела. Итак, дорогие радиослушатели, у нас на связи лауреат из Парижа, автор книги «Коты и кошки водосточных труб» Михаил Снегирев. Здравствуйте, Михаил. Добрый вечер. Очень рад всех слышать. Здравствуйте. Алло. Алло. Извините, у вас как-то странно очень знакомый голос, Михаил. Скажите, а вы случайно до Парижа в Москве не жили? Да. В Москве? Жил, конечно. Жил и работал. А что? Ах, вот оно как. Может быть, вы, Михаил, вовсе и не из Парижа, а из Будки? Можно и так сказать. Кто же вас, лауреат, вы наш водосточный, Научил так внезапно пропадать, а? Ира. Ира, это ты, что ли? Ира, Ирочка, милая. Меня просто срочно вызвали, понимаешь? Я просто не ожидал. Господи, боже мой, я же не ожидал этого приза. А, приз у вас, да? Угу, приз. А вы знаете, мне кажется, что вы свой приз как-то прозевали. Ира. Я очень надеюсь, что вам когда-нибудь будет очень больно за все. Ира, больно? Ради тебя я готов на любую боль. Ира, на все, что угодно. Ира, прости меня. Ира, ты меня слышишь? Вы видите, дорогие радиослушатели, Ира. Вот такой интересный разговор у нас случился с лауреатом поэтической премии Михаилом Снегиревым. А у нас есть еще звоночки? А вот видите, мне показывают, у нас есть звоночек. Алло, здравствуйте, здравствуйте, говорите. Здравствуй, дочка. Бросай ты все и беги к нему. Видишь, как мужик-то убивает. Аудитория нашей радиостанции стремительно взрослеет. Я напоминаю вам, дорогие радиослушатели, что Нитки ФМ только сегодня это хитросплетение судеб и клубки проблем. Кэт ФМ. Ой, здравствуйте. Кэт ФМ. А с этой секунды именно так будет называться наша радиостанция. Дорогие радиослушатели, я хочу вас поздравить, потому что только что нашу радиостанцию переименовали с Нитки на Кэтки ФМ. Ну что, я надеюсь, до Нового года никаких изменений не будет. Я поздравляю всех с наступающим. Давайте пока послушаем хорошую музыку. Ну что, не ожидали такого креатива? А? Такого яркого, неожиданного, можно сказать, всепроникающего креатива. Вы нас поразили. Всех. Да. Да, я поразителен. Именно, поразительный. Знаете, как я назвал своего кота? А? ФМчик. У тебя валерьянка есть? А? Нравится? Всем нравится? Извините, пожалуйста, я на одну минуточку, пока музыка весела. Беги, беги, беги. Скажи, пожалуйста, у тебя есть совесть или нет? А? Валерьянка есть у тебя? Спасибо. Я пойду подышу. Кать, я бы не смог заработать столько денег, если бы не умел разбираться в людях. Я ведь... Я чувствую, что у вас есть кто-то, ну... Есть. Ну вот. И этот кто-то счастливейший из смертных, потому что его любит такая уникальная, удивительная девушка, как вы. Да? Вы удивительная девушка, Катя. Да. И я крайне счастлив, что вы работаете со мной в моей команде. Я выписал вам премию. С Новым годом. С наступающим. Так вот, а так больно, нет? Да, жуть. А вот здесь вот жжет? Не жжет, уйди. Понял, простите, сейчас. Тяжелый случай. Вы не переживайте. эти капли абсолютно безвредные. От них даже блохи не умерли. Живы остались. Скоро уже… Михаил Олегович, Михаил Олегович, я вам кофе принесла. С сахаром? Угу. И с молочком. Ребята, это успех! Что за… Пану, держи. Подарок. О, кстати, держи, не помогло. Ой, не пригодилось. Чё ты? Михаил Олегович, вам что, плохо? Да. Может, валерьяночки? Что у вас тряслось? Вы понимаете… Доктор сейчас подойдет. Здравствуйте. Он принял пузырек с каплями от блох для котят. Так кто, Снегурочка? Не-не-не. Вы уже Новый год стали отмечать? Вы меня так поздравить решили. Да имейте в виду, у меня нету чувства юмора. Михаил Олегович, это скорая помощь. 40 таблеток активного угля и литр воды. А я фиксирую как ложный вызов. Совсем обалдели. И что тут у них? Ложный вызов. Просто рядовое отравление. Как понимать ложный вызов? Ложный вызов, Кирилл Андреевич. Алло. Ну не для вас. Подержи. Новый телефон. Слушаю. Чей укус? Вот это да. Так, Надь, давай чемодан. Срочно, быстро. Быстро, Надь! Здравствуйте. Ой, здрасте. Спрашивать вас хочу. Что вы хотите спрашивать? Хотенок. Что? Близкий друг хочу иметь. Близкий друга хочу? Одинокий я. Назову его Гулливером. Гулливером. И целую жизнь будем дружить. Я подарю вам обязательно. Хочу помочь вам. Котенка. Что? Хочу помогать вас. Хотите? Помогите. Давайте. Давайте. Котенка дадите. Ой! Извините, пожалуйста, извините. Пойдемте. Так вы что, котенка хотите? Да. Так вы бы сразу мне сказали-то. А то пугаете. Ой, спасибо большое. Я так рада буду котенок. Да, конечно. Ну что, Миш, давай наливай. Ну что, давай, скажи какой-нибудь тост красивый нам. Ой, нет. Давай, стихами. Я такой оратор, знаете. Ну давайте песню тогда. Песня тоже не получится, гитары нет. Как-то нет гитары, гитары есть, тетя. Гитары? Как? Правда, что ли, есть гитара? Вот это сюрприз! Миша, просим! Так, аплодисменты в студию! Песню! Хороший гитар у вас. Спасибо. Катя! Ребят, а можно я тоже скажу? Ребят, вы знаете, я в детстве всегда мечтала о котенке. Ну или собачке, хомячке, на самом деле даже о рыбках. Но мама всегда говорила, что подожди, вот построим свой дом, и тогда заведешь кого захочешь. Но как-то не сложилось. Я выросла, уехала, дом мы свой так и не построили. И вот в этом году вдруг у меня появился свой дом. И чудом 4 котенка. И я поняла, что все в нашей жизни приходит в свое время. Только надо научиться ждать. За вас. Я какую-то грустную песню спел просто. Катя, вы знаете, простите, я на самом деле много видел. Вот, я сказал, что я не умею танцевать. На самом деле, знаете, как я танцую? И не поедем никаким французам. Нет, не поедем, да. Сколько времени? Ребята, так вы же, они же вас ждут уже. Ничего страшного, они нас с прошлого года ждут. Так, ну это нехорошо, Мишенька, правда. Давайте выпьем. Хорошо, давайте. На дорожку, да? Миш, я вас очень прошу. Хорошо. Коллеги, давайте выпьем за уходящий год. Да. Чтобы следующий год был не хуже. И чтобы в новом году было как можно больше удивительных встреч. Точно! Товарищи, с Новым годом! Товарищи, я все понимаю, но, Света, кто дежурит в приемной? Будьте добры. Доктор, большое человеческое вам спасибо. Кирилл Андреевич! Кирилл Андреевич! Вам я желаю в наступающем больше ни на кого не наступать. Кирилл Андреевич! Нет, благодарю. С наступающим вас Новым годом. Ну, с наступающим! С Новым годом! С Новым годом! Это вы за нее? Кирилл Андреевич, подарите мне котеночку. А ты не утопишь? Ладно. С наступающим тебя Новым годом, Наденька. И я вас поздравляю, Кирилл Андреевич. С наступающим Новым годом. Простите меня, пожалуйста, Кирилл Андреевич. Я не хотела. Простите меня, пожалуйста. Не переживай, я лягу спать, все будет хорошо, и я завтра вас дождусь. Вы мне расскажете, как вы гуляли. 3 часа, потом звоночек. Так, не будет никакого звоночка. Да, Толяшечка? Иди ко мне. Это не Толяшечка. Это валерьян. Держите. Спасибо. До свидания, Михаил. Пока. Пока. Все, звоните. Давай, давай. Поехали. Какой валерьян? Я тебе говорила, что это девочка. Пока, какой валерьян? Ну, до следующего года. Забыли что-то?